Как начать? То есть, если, конечно, сидел человек всегда за компьютером, да, он стал толстый, и сейчас, блин, надо себя принести, ну, я да, я говорю все. Про случай 90-100 вот, килограмм. И мы с ним начинаем, так, хорошо, давай от чего-то начнем понять. Он говорит, я и так ничего не ем, не худею. Угу. Но он не двигается. Потихонечку начнем тренировку, у него будет заключаться так. Мы будем разговаривать, ходить по парку. Потому что даже ходить разучился, пока сидел со своим компьютером. То есть тренировочный процесс начнется настолько медленно, нельзя его сразу. Так, давай кроссовки, пойдем в зал и начнем приседать. Нельзя, он сломается, он психологически не выдержит раз, все будет болеть два, три, и у него тело будет отвергать это все. Ему должно, процесс в первую очередь должен понравиться. Поэтому в данном случае, когда человек хочет сделать первый шаг, нужно найти того наставника, который с ним проговорит и выведет на чистую воду, и вообще нужно ли ему это.